Привет, ребята, с вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня вместе с вами мы поедем на фотосессию к лошадкам. Мы с вами поедем в тенистый, хотя что это, там какой-то лесок и конюшня, насколько мне известно, но мы с вами это все узнаем и проверим. Смотрите, фотосессия, туда. Короче, мы сейчас уже поедем. Вот, да. Сейчас я переоденусь, мы идем. Ты спрашивал, дай им в руку этот палки, и ты будешь разбить. Кстати, ребята, я уже вернулась домой, я уже фотосессию прошла, сейчас все расскажу. Когда я снимала, получается, сначала, было где-то 7 утра, мы должны были быть в 8-10 там. Мы, конечно, опоздали, потому что мы там запутались нафиг в этих лесах, горах, хаза что это. На самом деле, место там очень прикольное и классное, там есть разные прикольные кони, пони, лошадки. Вот, у меня был конь Зафир. Очень такой классный чел, мне он понравился, такой лайк ему. Вот, он там как кот валялся в песке, что-то в воде там брызгался, может что-то туда вот перелезу и посмотрю. Вот. Туда, не туда, а туда. Там уже ничего нет особо такого. Туда его. Вот туда. Ой! Вот. И, в общем-то, фотосессия мне понравилась, было очень классно. Я на нем, конечно, не было стрёмно, но радуюсь стоять, когда он такой сидит, такой. Здорово. А еще мне было стрёмно, конечно, на него там залезать и все такое. Но как бы я совсем справилась, на нем лежал, конечно, на тебя мест, поэтому не успели снять. Вот. Мы же фотограф с маме убрать телефон, иначе так, такой он сделает. Вот нам не запретили снимать немного там. Вот. И, короче, я на нем лежала, он как все как поскочил, а я лежу такая. А что не выплывет так быстро? Честно слово, я за извините меня. Пересралась. Нахрен. Ну, как странно, короче, но очень классно. Мне реально понравилось, так что всем советую. Вы можете, кстати, мне написать в личку там в Инстаграм или куда-то еще. И спросить поподробнее про это место. Я могу вам рассказать, написать. Где ты находишься и поподробнее про это место как бы рассказать само по себе. А так у меня на этом все, так что ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на подписочку на колокольчик. Всех люблю, всем пока!